Картины представлены на выставке «Вяз новая Вандрока», которая открылась в музее мемориального комплекса «Брестская крепость герой», в первую очередь рассказывает посетителям о том, насколько разнообразны народные традиции славян. Экспозиция объединяет вокруг себя живописные графические декоративные панно. Такого рода выставки – это один из способов выражения любви и признательности к наследию самобытного талантливого белорусского народа. Сегодняшняя выставка называется «Весновая Вандрока». Она представляет собой один из последних наших проектов, который мы готовили для национального центра «Нас продвешенное завтра». В этом проекте мы обратились к народной культуре. Здесь можно увидеть ремесла, народные традиции и праздники. Эта выставка, ей предшествовали путешествия, экскурсии, походы в музеи, изучение материала по народной культуре, по традициям, по праздникам, по ремеслам белорусского народа. На экспозиции представлено 34 работы и написаны картины художниками совершенно разных возрастов. Начиная от самых маленьких мастеров кисти 5-6-летнего возраста, заканчивая профессионалами с многолетним опытом. Но все работы объединяет одно – любовь и уважение к народным традициям Беларуси. Наша студия делала проект для национального центра, посвященный традициям и ремеслам Беларуси. Я сделала работу, посвященную купалью, она называется «Купалинка». На ней я изобразила женщину, которая запускает венок из васильков. Когда я писала свою картину, я вдохновлялась, восхищалась фотографиями купалья, ночи, того, как люди запускают венки, и читала рассказы, как это было раньше. Стоит отдать должное начинающим авторам, потому что картины некоторых из них практически не уступают полотнам более взрослых и профессиональных коллег. Приобщиться к традициям белорусского народа через посещение выставки «Весновая Вандрока» можно до 12 апреля. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.